Карельской межрайонной природоохранной прокуратуре 31 августа пройдет горячая линия. По телефону можно сообщить о несанкционированных свалках, незаконных рубках, нарушении требований пожарной безопасности в лесах. Мужской хор Карелии приглашает на прослушивание молодых людей любого уровня подготовки. Оно состоится 6 сентября в 19:30 по адресу Андропова, 1. Стартовал прием заявок на новый конкурс грантов для некоммерческих организаций республики. В этот раз фонд увеличен до 100 миллионов рублей. Заявки принимают в электронном формате на портале karelia.granty.rf. В Карелии средняя заработная плата в июне этого года составила больше 61 тысячи рублей. По сравнению с июнем прошлого года она выросла на 11,5%, сообщает Карелиастат. Ресурсный медиацентр для всех желающих объявляет набор на бесплатные курсы финского, вепского и трех наречий карельского языка.